Как исполнить свое желание? Для исполнения своего желания нужно, во-первых, его очень четко сформулировать. Во-вторых, нужно понимать, что если это желание серьезное, то вы должны построить мыслеформу, которую дать Творцу на реализацию, и потом посмотреть, что же в конце концов получилось в результате реализации вашей мыслеформы. Она не достигает той цели, которую вы поставили перед собой, значит, нужно ее исправить и снова запустить на реализацию. Пытаться что-то исправить руками уже бесполезно, ничего не получится. Проще сделать заново, построить новую мыслеформу исправленную и дать ее Творцу. Когда у вас есть какое-то желание, первое, что вы должны сделать, вы должны сформулировать конкретно, что вы хотите. То есть у вас в вашем сознании должна быть очень четкая формулировка. Есть такая известная история с учеником, которому предложили, так сказать, магически создать кусок белого хлеба, намазанный маслом, и он, значит, стал работать, и у него получился кусок белого халата, измазанный со льдом. То есть нужно понимать, что любая реализация, она должна иметь очень четкие представления. Если вы в момент реализации того, что вы хотите, вы думаете о чем-то другом, возможны ошибки, неожиданные такие вещи, которые вы не ожидаете. Поэтому постарайтесь всегда быть очень требовательны к тому, что и как вы формулируете, что и как вы видите. Иногда достаточно очень хорошо это видеть, и тогда тот мыслеобраз, который вы создаете, он практически все вам дает. Если вы что-то формулируете словами, это значительно сложнее, но так тоже можно.